Ребята, с вами Миша Хакер. Камера будет чуть-чуть лагать. Ну, у меня вот она, по крайней мере, ну, не лагает, а типа FPS тут как бы мало, но по сути-то... Ну, здесь просто камера. Ну, это, кстати, на новый телефон я уже снимаю. Тут как бы камера, конечно, ну, вот это не самая лучшая фронтально вот эта вот. Это новая игрушка под названием Хорочек. Точнее, под названием что-то там... Тхеджерт. Ну, что-то такое вот. Теперь я хочу найти просто русский язык. Вот лангус, наверное, здесь русский должен быть. Нет, здесь нету русского. Будем без русского. More games. Share, release. Старги, короче. Вот, короче, я, короче, ждал, короче, тот раз заплатил 50 рублей. Типа там дополнительные 500 мегабайт еще было. И сейчас сижу такой, играю, там, бан такой прилетает, такой, типа, у вас закончился интернет, мне кажется, тут еще не закончился, хотя меня ничего уже не грузило. Вот, ну, короче, у меня запись-то идет, да, идет. Вот, story, tabs, это мы ничего не знаем. А не, you can kill a hand. Это, понял, ты убил, и все. Короче, это новый телефон, по сути, он, ну, Realm 3. Ой. Реклама пошла нахер. Ой, как плавно, только это что-то фризики было сейчас только что. Офигеть. Ой, мешаются. Офигеть. Прикольно. Это нет. Да по оляхам. Да чё за херня? Так, здесь ничего нет. Нет, походу не фризик, это типа я дергаюсь, походу. Не знаю, что за игрушка, но прикольная вроде пока что. Ой, блин, капец, блин, я сейчас зайду и настрою пока что это. Ну, блин, да иди нафиг, ну, блин, ну, реклама, ну, блин. Да ёкарный бабай, ну, а что за херпор, а? Я выключу с интернета. Но все равно там его мало. Такого не будет присылаться там. А, так, это чё, где? Вот здесь вот все эти, смотрите, синие, смотрите. Чё это? Чё это значит? Рисунок. Да я выключил интернет, иди ты нахер. А, да, это. Вот, вроде нормально. Так, здесь ничего нету, здесь ничего нету, здесь. О, наркота. Да ё-моё. А, нерабочая. Так, это что такое? Ты что, дебил? Ты дебил? А, точно. Приди сюда, кто ты там. Будет это. Сейчас скажу. Это. Превьюшкова. Подбери его заново, заведи, чё. Эй. Ой, ёкарный бабай. Ох. Кадр вроде был. На какой минуте? 3:49. Ну, 3:47. Ну, короче, превьюшка вроде была. Тут есть настройки графики? Это, мне кажется, таки либо игра не оптимизирована, либо чуть-чуть тут всякие тени мешаются, наверное. Тут автоматически настройки. Ну, здесь, короче, ничего нет, нафиг скачут. Нет, это... Фонарь говно. Можно закрывать двери? Я стою. Что ты? И ники у тебя плеерсы. Что это значит? Ладно, хрен с ним, я не боюсь. Я же боюсь, понятное дело. Это, ё-моё, ты... Так нафиг, да, блин, чё тут мне ничего не объяснили, чё как работает? Капец, устрёмно. А, ну тут у меня это... Я когда, короче, по коридору иду, спускаюсь, мне также лампочка мигает, нормально всё. Там на 5-м этаже у меня также лампочка мигает. Нормально. Ничего страшного в этом нет.
Замыкание всякое такое, это понятно, объяснение есть, все нормально. А тут просто девка ходит и все. Это квест, все, понятное дело. Это все квест, это все нормально. Это все нормально. Все понятно, зачем мы здесь появились. О, давно нашел. Какой-то. Ух ты ж, ё-моё. Чё это? А чё это? А. Всё, сломал, что ли? Сломал, походу. А, во. Да, блин, где это? Я, походу, это какого? Вот здесь отрезал. И нафиг ты это сделал. Надо вроде хоть мигал, хоть это... Дискотека хоть какая-нибудь была. Тут ничего нету. Реально ничего нету. Еще нифига нету. О, будильник. Че, дебил? Че ты громко берешь-то? Открой дверь. Не открывает. А еще толчка, давайте посмотрим. Тут же так интересно. Ладно, короче, здесь ничего нету. Короче, думал, игра прикольная. Так вроде вроде такой небольшой сюжетик был. Ну, типа, он и так... Дух, ты же пал. Ты чё сюда припёрлась-то? Это всё из-за того, что он взял вот так вот будильник. Дым. Капец, она стрёмная. Вроде одновременно так и не страшно, но одновременно и страшно. Как бы страшно, но как бы не страшно. По сути, это страшно, но по вкусу не страшно. Не, реально, тут настройки есть нормальные графики. И тут автоматом всё настраивается, не понимаю. Вот здесь вот никогда ничего нет, у нас не вообще эти дают. Сколько идет? Капец его. Не понять, что надо делать, мне ничего никто не объяснил. Там что-то было, и то, блин, по-английски все, я английский не знаю. Я немецкий учу, и то, блин. Не, понимаю, конечно, но, блин. Я английский чуть-чуть понимаю, ну нафиг, наверное. Что такое? Да. А, то есть мне надо сейчас принести эти и вот здесь тоже отрезать. Она типа может видеть меня не будет. Тихо, я не знаю. Куда я туда шел? Сюда шел? Не, я в подвал не хочу. А, да какая разница. Погостить придем. Так. Я ее слышу. Я тебя обижал. Ну, короче, стрёмная игрушка, а мне не очень понравилась. Настройки графики нету. Ничего нету, main меню. Режим или есть. Че это? Ой, не надо, все понятно, не надо. Шары. Отмена. Киото-то. Выйти, как я помню, что это море. Ну, короче, тут вообще ни хера нет. Ну, по сюжету, по картинкам, прикольная игрушка, потому что там в Play Market одни эти, как он называется, этим. Ну, это, кстати, тоже прикольный превью. Ну, по сути, какого-то, одни против сиреноголовых. А там, блин, они что-то не очень интересно. Так, посмотри, мне не нравится они что-то. 8 минут, что так мало, блин. Давайте еще раз попробуем. Просто ты... Хрен знает, что написано. Опять ты. Хрен знает, что написано. Хорошо. Хрен знает, что. Нов. Допустим, новое. Ты. Госпиталь. Наверное, ты попал в горы. Там, псих, больницу. Крейзик, я помню. Жестко, что-то такое. Алрейди. Убийца, мани, поли, ты, в тюрьме, выжил. Я понял, смотри, ты должен, типа, выбраться из этого места и выжить, наверное, так, ну, типа, отсюда надо выбраться. Потом типс, хрен знает чё, ты хрен знает чё. Ага, ничего не понял, короче. Короче, я так и не... А, блин, я забыл три. 3 минуты 47 минут. Искать непонятно. Игра мне не понравилась особо.
как будет назвать, наверное, это заброшенный госпиталь. Назову его заброшенный госпиталь. Ой, есть идея сейчас. Нету идеи. Нет, есть идея. Я походил. Нормально. Стрёмно очень. Я просто могу два ящика одновременно открывать. Вау, я магией страдаю. Ретри рисунок. Ничего нету, короче, не знаю, мне эта игра, короче, не понравилась. Все, не знаю, блин, тип прохождения так и непонятен. Надо бегать, ничего не понятно. Я, короче, все только нашел из ящики, только нашел плоскозубцы или как это. Ну, короче, вот это. И все, больше я ничего не нашел. Игра, короче, странная, непонятная. На английском, не на русском. Была бы хоть на русском, хоть что-нибудь понятное было, но она даже не на русском. Ну, у него вроде 4 из 4 звездочек. Ну, короче, она мне не понравилась, не знаю. Ну, не знаю, не понравилась она мне, короче. Ну, тогда все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. С вами был Мишхакер. Всем удачи и всем пока, ребята.